Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Airport SEO. И я как-то повернул в аэропорт. Так, чем крутить, чем крутить. Тут было, я помню. Куе. Вот. Так, ну что ж. Продолжим. У нас тут была глобальная перестройка аэропорта. Как они суетятся. Так, и мы хотим дотянуть вот аж до туда это все дело. Сейчас планы полетов посмотрим. Все ли у нас тут хорошо с планами полетов? Ну, в принципе, у нас тут неплохо с планами полетов. Более-менее загружено. Тут все распределено. Ага. Ну, это 9 из 9. Вот. Почему я их не распределил? Я не знаю. Но сейчас раскидаем. Что-то, видимо, помешало. Или я просто их упустил в прошлый раз. Опачки, средний. Медиум, медиум, смол. Иди сюда, смол. Ой, сколько смолов-то. А, ну я их за смол выбрал, наверное, да? Медиум, смол. Медиум, 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 медиум. Туда, не сюда. Вот сюда медиум пойдут. Кстати, вот с увеличением числа полос вот это становится проблемой распихивания контрактов. Такая махровая рутина. Вот, 10-10. Мол, погнали. Как-то вот сами бы они что-то распределялись или какой-нибудь там исполняющего обязанности нанять, чтобы он распределял минимум что медиум. Так. Потому что, ну блин, вот очень увлекательно сидеть вот так таскать, да? Снова, Сень, иди сюда. О, там уже дальше пошло. На понедельник. Ну давайте. Хорошо, все. 0-0-0-0-0-0-0-0. И все, галочки. Все, распихали. Отлично. Теперь займемся делом. Вот у нас тут строители уже застоялись. Мы построим фундейшн. Фундейшн. О! А мы не можем тут прямо вот так фундейшн построить, потому что у нас тут люди ходят. Нам нужна ночь. Вот если сейчас вот это вот снесу, они вот тут ходить не смогут, они по вот этой дорожке не ходят. Вот в чем дело. А дорожку надо сносить. Ладно, ок, мотаем. Так, ну тут вечно вакханали с автобусами, хотя вроде немножко наладилось, они чуть разгрузились на две площадки. Машинки все переехали, все здорово. Мы еще быстрее мотанем, просто, ну, аэропорт налажен, все хорошо работает. Поэтому, значит, без разницы, медленно, но быстро. Нам нужно побыстрее, потому что ночью мы можем только строить. Надо выпихнем последний рейс. Ой, как там деньги сыпятся. И уже подтормаживает. Я видел видео по этим по аэропорту, когда застроена вся территория вот эта вот. Там комп откровенно лагал из-за этих куч народа. Это не то, что стоит делать. Там, как в прошлой серии, настроено. Одна полоса работает на взлет, другая на посадку. Ну, на самом деле она может туда и сюда. Что-нибудь проезжает, надо соединено. Ну, нормально. Мы можем еще вот тут настроить для обслуживания площадочек вот этих вот.
для местной авиации. Но, как видите, пусто, она не летает. Нога у нас разрешена. Просто не прилетает, просто им не складывается. Сейчас мы промотаем немножко время до ночи. Итак, если я все построю, я думаю, эта серия это будет последней, потому что в игре ну, ничего нового не добавляется. Конечно, могу вот до суда эти площадки настроить и погрязну во Flight Planner, но а что это нам даст? То есть, пока не работает погода, пока не работает вот вся таможенная вот эта ботва, вот, то, что мы настроили, так, главное времени пропустить. Вот это вот все пока не работает, но... Вот... Вообще, таможня, вот смысл, да? Мы ловим тут контрабанду, там, динамит, не знаю, там, живность какую-то незаконную. На что-то она еще настроена. Вот, оружие, вон. Но, вот оно уехало, оно тут бабах и чего. А зачем столько разных? По идее, это вот должно зависеть как-то от законов. Еще чего-то должны давать вводные, что вот там у нас готовятся, не знаю... соревнования спортивные на стране или концерты, и вы должны усилить контроль за провозом. Мы так раз и включаем всю эту жизнь. Или там из зоопарка сперли редкого слона полосатого. Сделайте что-нибудь, и мы сразу сканер на животных раз и включаем, что у нас слона не провезли ни в коем разе в наш аэропорт. А вот так вот, ну тут, ну построил я, почему я чувствую, они перекрываются, что возможно вот эту штуку хватило, а может вот этой одной хватило бы человека просто. Потому что он как бы последней инстанции является во всем этом. А, может у него, конечно, пропускная способность низкая, но... Просто можно было конвейер на него завести, а вот это вот все не ставить, потому что это переходным является. То есть вот это вот, допустим, первый тир, вот это вот второй, а вот это третий тир. Вот так, если по цене смотреть. А, этот ошибается, вот эти не знаю. Хотя, судя по тому, что человека некоторые проходят, эти тоже ошибаются. Вот все вот это вот настроить, на мой взгляд, уже излишество. Но я настроил его, потому что оно все было. Может, оно все нужно, не знаю. Какие-нибудь эвенты, типа, вот, действительно, что большой наплыв народа куда-нибудь на какое-нибудь событие. Там, да, тут, ну, потому что, ну, вот так вот построить, оно мотается, ну, в общем, уже скучно. Вот, вот он уже работает, он приносит прибыль, он приносит хорошую прибыль. То есть я могу... Ну вот если бы не вот во Flight Planner не ставить рейсы, я могу просто лечь спать и утром проснуться там с какими-то миллионами. Вот это вот работает уже как часы. Да, отключатся вот эти вот магазинчики, ну в принципе хрен бы с ними, на самом деле не жалко. Там не такую прибыль приносит. Тоже в общем, да, автопродление. Включить и собственно все. Так, планировщик, что у нас? У нас последний рейс еще должен быть, у нас вот. Он прилетел, да? А вот этот еще не прилетел. Это последний CLM, вот он, да? Ты же приехал. А что-то у него топливо прибавляется. Вот, это наш последний рейс, кстати. Всего. Секундочку. Как понять, он тут или он не тут, а? Из в модель. Так, все, инспекция пошла, да, это он. А это уже, по-моему, свалил, да? А? Да хрен знает его где, да? Отказаться не могу, то есть он где-то. Просто я бы уже начал. Окей, я начну. А, не могу, вот как раз вот. Как пока эта зараза не уберется, я не могу начать. Хорошо, смотрим контракты. Контракты эти. Нет, не эти. А, операции. Construction. 58. Они ждут. Они ждут. Давай самолет. Мне нужно, чтобы ты улетел. Там, кстати, куча народа сидит, я не знаю. О, еще приехали. Так, ладно, это пофиг. А кто, кстати, приехал?
Все самолеты у меня? Я вижу только два. А, вот последний едет. Вот это плохо, он на какую-то из этих площадок сейчас поедет. Он меня задержит знатно, потому что он будет здесь. Хотя... Но мне главное вот эту часть построить. Там пофигу, там можно потом строить. Достраивать, добавлять. Мне вот этот кусок важен сейчас. То есть могу, в принципе, небольшое так здание сделать, вот так аппендиксом. Да, пожалуй, так и сделаю. Давайте, скорее. Ускоряйтесь. Люди ушли. Люди зашли. Этот улетел, но мне верхний нужен. Мне нужен верхний. Серьезно? Ты свалил? Счастье какое, а. Так, бульдозер. Сноси нахрен. Носим нафиг. Погнали. Наверное, зря эту стену отвлекаю я их. Так, чутка ускорим. Ну, нормально они там как муравьи кинулись. Я думаю, сейчас разберут все нормально. Дверь сносите, да-да-да-да-да, сбежались. О, вот это был сюрприз. Самолет, ты вообще откуда? Стоять. А что у нас с Эриа? Ну, Эриа есть. А может добегут? Хотя куда они добегут на пешеходной дорожке, да? А откуда он взялся вообще, собака? У меня нет самолетов. Вот. Это кто? Это уже следующего дня прилетел или как? С СВ-102. Его нет в списках. Самолет, ты кто? Я вообще не вижу СВ-102. Вот три больших площадки. ЦЛ. Вообще, мне очень интересно, что это такое прилетело ко мне. СВ-102. Ты кто? Свифтли. СЛМ. Вот СЛМ. И он типа не прилетел на первую площадку. Свифтли. СВ-103. СВ-103. СВ-102. Я даже не знаю, что с ним сделать тогда теперь. Люди, по-моему, по траве не ходят. Разобрал, да, на свою голову. Не знаю, успею я быстро построить. Так, волк. Стройте чего? Что я могу сделать? А бегут, кстати. Нормально. Так, бульдозер, иди сюда, нафиг. Не надо строить ничего. Будем строить здание. Раз вот так. Я с чего просто его отправлю без... О, как? А, там уже... Нормально. И комп призадумался на обсчете этого всего. Я понимаю. Я тоже призадумался. Так. Вот это у нас не надо. А вот. Тут. Стена.
И вот тут спина. Так, это пассажиры побежали. Да. Я мог днем все это делать, да. Им достаточно, чтобы зона была, а дальше они бегают сами прекрасно. Так, погнали дальше. Стена у нас тут будет до конца. Это разделение на зоны. Далее зоны. Secure зона. Задал я ему задачку, он прям вот. Ну, собственно, все. Самолет свалил. Строим. Но уже все будет работать, потому что секьюр зона задана. А за ночь они эту фигатинь построят. Что дальше? Кстати, погода еще пока ни на что не влияет. То есть тут вот. Вот она есть, но толку-то. Работайте, работайте. Сейчас пол настелят, я его тут побелю и так далее. Ну, в общем, все, проскочили. Все работает. Народ кофе пьет. Ночью. Пассажиров нету. А вон уже первые бегут. Собственно, да, уже 3 часа, уже поперли первые пассажиры. Еда, есть контракт, есть контракт, есть контракт, да, есть контракт. Все хорошо. Платные туалеты мои приносят деньги. На самом деле они маловаты. Тут как бы, смотрю, очередь уже, да. Ну, я там еще потом поставлю. Я, конечно, наверное, попробую дотянуть до конца все эти площадки. Так сказать, уронить аэродром, вернее, компьютер уронить количеством народа. Потому что там реально такой есть момент, что да, падает количество, падает скорость игры, прям вот ее плющит. Там, собственно, видео так и называлось. Слайд-шоу, там что-то из-за, ну, слайд-шоу из аэропорта или что-то такое. Там прям вот было здание вот так по центру. Вокруг поля, вот со всех сторон поля с посадочными площадками. Там народ просто вот сплошным было закрашено народом. То есть у меня по сравнению с ним пустота, с тем аэропортом. Так, что они тут стоят? Никуда еще не зовут. Вот тоже, да? Пропускают, стоят. В очередь. А тут никого. Подфайнинг тут вообще отстойный. Что, у меня тут персонал может ходить? Нет? Такое ощущение, что они тут пролезли. Вот они как-то пробегают. Странно, да? Так, и, конечно, там уже автобус остановок не будет, потому что это уже на территории аэропорта. Туда уже нельзя остановки. Но туда можно посадочные площадки. Не помню, поскольку они. Но пока не буду. А ну, камера, я смогу посмотреть. Что мне мешает посмотреть, да? Вот, медиум. А где цена? А, вот, 150 тысяч. Ну, 4 штуки могу сейчас поставить. Но пока не буду. Пусть достраивают. Так, то есть, уже самолеты пошли. Процесс уже вовсю. Багаж уже, наверное, отвезли, да? Эй, где багаж? Ну или отвезли. Вот это. Что тут у нас? Ну, ждет багажа. И сервиса ждет. И люди с него не вылезли. О, как? А чё ждем? Что-то не так? Что не так? Я здесь вроде ничего не сносил, люди побежали, все хорошо. А что с тебя люди не бегут?
Понятно. А, люди вышли, сервис не сделан. А кто у нас делает сервис? Давайте посмотрим, может еще персонал надо нанять. Нет, не здесь занято. Где занятость-то у нас? Job tasks? Да. А, всех дефицит. Надо 117 работ? Издеваетесь, да? Так, короче, всех, кроме техников. То есть staff, security, уборщики, агента. А, агент есть. Да, смотреть не буду. Пошли. Став. Этих уборщики. Пошли. Security. Так, ну тоже поскромнее надо. Питок. А, техники не нужны, насколько помню, да? Сейчас посмотрим. Так, сервис пошел, все уже загружено. Народу мы добавили, прекрасно. Так, что-то с строительством, господа. О, вы еще бегаете. Ну, я быстрее пока запускать не буду, а то в проблемах забуксую. Так. Так, уборщиков не хватает. Ну, уборщики, хрен бы с ними, что их не хватает. Ну, погрязнее еще будет. Рампа, агент, они так туда-сюда. Охрана, три штуки еще. Ну, ладно. Ну, опять зелененько, нормально. С уборщиками проблема, но перебьются. По грязному походят. Вот тут трое, может, поэтому оно не работает. А тут четверо. Тут одного не хватает. Вот тут не стоит. Вообще, пришел, заработало. Прекрасно. Ну, будем считать, что я справился. Я распихал это дело. Самолетов нет, все прекрасно. Если самолетов нет, значит все замечательно. И что тут площадь гражданской авиации теперь? Коммерциал. А, все, понял. Садитесь, ребята. Ну, что, у меня никого нет? Сейчас, значит, приземляться гражданский. А я на полосе не разрешил. Я взлетать им разрешил, а садиться не разрешил. А вот тут разрешение дал. Вот они не прилетали. Ладно, все, заработало. Автобусы, автобусы. Ну, пустые же площадки. Чего? Тут два стоят. Пустая площадка, он стоит, ждет. Ух. Глюконавты. Грузом все забито. Ну так, я глобальное строительство, конечно, задал. Давайте ускорим, что ли, потому что я чувствую, они долго будут пыхтеть. Ну вот уже подтормаживают, уже вот рывками идут самолеты. Уже вся эта суета довольно-таки тормозит. Столько объектов отслеживать, в какой-то степени отрисовывать, наверное, не очень легко. Но процесс, кстати, наполовину загружен. 50-60% прыгает загрузка процессора. То есть не сказать, чтобы сильно прям. PS тоже, в общем-то, не шевелится. Где-то чистая игрушка так. Подлагивает. Да, глобальное здание строят они, конечно, вот долго. Собственно, уже можно задавать посадочные площадочки. Медиум.
асфальтовая. Так, чем тебя крутит? Это хуе, по-моему. Это хуе, я кручу. Р, по-моему. Да. Р. Так. Нифига. Это, наверное, 180 где-то, по-моему. Вот так. Что ж тебе со структурой-то не так? Собака-то страшная. Посмотрим. Тебе дорога мешает. Блин, ну даже не знаю. Дорогу-то я не хочу убирать. Я тут... Не, у меня тут все становится, если дорогу уберу. Дорога мешает, надо дорогу убрать, да, тогда ее дорожка станет на это место. Ну, хорошо. Это мы тогда в ночи проделаем. Потому что иногда снабжение все остановится, если сейчас дорогу срублю. Ждем ночь. Как раз они достроят. И все будет хорошо. Тут еще можно такого сделать. Но поскольку люди пешком бегают, я вот сюда пассажирский маленький могу поставить, но я тут оставить не буду. По причине того, что они не добегут. Да и смысл этих маленьких, их нету. Их в заказах нету этих. В заказах, контрактах. Все здоровые. Ну, здоровые, средние. Хотя вот сюда аэробусы садятся, я не знаю, если они большую площадку сделают, каких бегемотов-то принимать надо будет. Ну, в общем... Ждем погоды, ждем большой посадочной полосы, потому что вот это вот средняя полоса. Это маленькая полоса даже. Вот. То есть это даже не средняя, ничего. Должно быть что-то еще. Определенно должно быть что-то еще, как-то мало. Вот есть погода, но она не играет. Есть таможня, но она тоже не играет. Какие-нибудь там, не знаю, горящие боинги, которые нужно срочно там принять в обход расписания. А я играл в игрушку, вот у нее меню, вот, кстати, вот бегающими циферками, вот если видели входное меню в этой игре. А, я вот сейчас его показать не могу, из игры в него не выйдешь. Ну, выйдешь, но там загрузка. Вот. Там была управляющая тоже аэропорта, но он уже построен, управляющая чисто службами. Садятся самолеты, им даешь добро на посадку и указываешь, к какому терминалу вот этих подъехать. Может, даже это же фирма делала, потому что по стилю очень похоже. И там развиваешь, покупаешь более быстрые машины, с какого-то момента они начинают на автомате ездить, им вручную управлять не надо. Вот, и разруливаешь вот эти рейсы. Там были всякие рейсы неожиданные. Вот, срочно, в обход других надо меня принять. И все эти ситуации нештатные разруливаешь. Ну, в роли диспетчера аэропорта выступаешь. Вот. Если сюда вот это внести, будет очень, наверное, интересно. Потому что вот сейчас геймплей вот у меня свелся к тому, что я вот Flight Planner заполняю контрактами и все. Ну вот сейчас, да, построил вот этот здоровый аппендикс, да. Так. Так, 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 время отстоять. А, я так понимаю, все отметились? Нет, тут двух галочек нет. Эй, две галочки, я вас жду. Два средних самолета, блин. Время. Опоздавший остается без обслуживания. Не, мне кажется, все. Галочки поставил, он не улетел просто. Все. Я понял. Так, окей. Что мы тут можем построить? Три дорожки. Три-то можем. Бульдозер. Так, что-то мне это не нравится. Вот так. Погнали. Строители, вперед. Снесите это нафиг. Так, я надеюсь, они дойдут. Вообще надо тут какие-то двери, наверное, сделать выход. На поле, да? Ну так, чисто для чего-нибудь. Двери, 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 двери. А, большие, ну, средние.
Вот так, чтобы могли ходить. И вот тут, наверное, тоже стоит. Бегают, не пойми кто. Хотя они оттуда могут бегать, на самом-то деле. Да? Не, в обход-то, а? Угу. Давайте служебную такую поставим. И вот. Ну, в аэропорт же, в принципе, вход. Ничего страшного, вот тут. Стены нет, все хорошо. Так, разобрали. Молодцы. Давайте тут разбирайте, потому что я отсюда на самом деле начну делать. Давайте, давайте. Так, тут, вот тут. Medium stand. А, опять не выбрал. Не выбрал материал. Да, все нормально. Раз. Два. О, третий лезет. Красота. Бульдозер. Давай, давай. Бегом, 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 бегом. Времени нету. Полночь на дворе. Площадки строить надо. Ну, видите, у меня уже тут миллион. А я строю, я еще расходую. То есть тут игра идет вообще. Сама по себе. Вот, вот зима, да? Ну, вот и что мне, что зима? Зима, да. Люди, вы кто? Вы строители? Из вы строителей, что вы тут делаете? Вы работать должны. Ну, давайте последнюю сносите, я построю. А, да. Пиц. Все, есть. Мне не нужны мне цвета. Так, и сервис роут, сервис роут, сервис роут. Да, опять не выбрал, я знаю. Все, вот так. Давайте. Два часа там сейчас уже полетят. Уже полетят вовсю. Но у меня есть немного времени. Они заправку просят не сразу. Бегут. Все хорошо, я больше ничего пока трогать не буду. Они тут бегают, строят. Пусть строят. Так, кто вы? Вы кто все? Кто все эти люди? Почему вы не работаете? Ладно, фиг с ним. Не работают, да? Тут две есть. Последнюю построить и кусочек дорожки, и все. И аэропорт будет работать, и дальше я могу строить это все уже на ходу. В процессе, так сказать, работы аэропорта. Кстати, могу сюда еще наставить. Вот ничего не мешает. Единственное, что не могу, ну, мне пешеходный этап придет. Ну, вообще, так, если хорошо подумать, да, можно было пешеходную дорожку тут вот кинуть. Чтобы люди могли ходить туда. Ну, как-то, по-моему, это уже будет перебор. Они должны выходить и садиться. Вот это местная линия, это дальняя линия. Так, пожалуй, правильнее всего. Ну, давайте последнюю стройку, потому что сейчас прилетит же. Вы строите хоть, люди. Так, дорожку построили, молодцы. Это не очень сервисная дорожка. А? Народ, вы что построили? Или что я вам заказал, да? Сервис роут. Я паблик, наверное, заказал. Сейчас они это делают. Так, вот сервис роут. Давайте тут сносить. Орел. Сейчас посмотрим. Наверное, паблик заказал, потому что там вроде земляной не было в тот момент. Так что это, скорее всего, был паблик. Ну, устройте давайте. Что там аэропорт творит? Аэропорт пока жужжит.
О, машина не может приехать. Черт. Черт. Бежит с коробкой, бежит, торопится, торопится. Да не замирай, так беги. Хорошо, что я двери сделал. Сейчас он бежал там вокруг. А, второй вокруг бежит. Это две коробочки. В одной коробочке один квадрат дороги, в другой другой. Именно так. Давайте строить. Машины проехать не могут. Да, все. Вот это правильная дорога. Все. И машины ломанулись прям по строителям. Все хорошо. Так, строители убираем. Ну, не всех. Убираем половину. Там 29, наверное, половина будет, да? Вот, половинку давай туда. Все, ну осталось это все подключить. И пугаться очередей. А, честно говоря, не знаю, стоит, не стоит. Так, где-то покрытие. Вот. А белый. Ну какой белый? Вот этот белый. Оу. Во что мне это обойдется? Копейки. Вперед. А, я думал, оно будет заполнять медленно-медленно. Нифига себе. Так, как она поначалу пошла. Так. Вот это я, по-моему, исполнял, да? Не это. А какая? Вот эта. Она очень так медленно идет, потом разгоняется, да? Вот это. Прекрасно. Огромный пустой терминал. Ну вот, как бы. Вот, больше здесь что-то еще строить я вот большого смысла не вижу. У меня еще правая сторона есть. Да, можно было зеркально туда бабахнуть еще один. Но, кстати, люди дурные. Есть такой момент, я слышал, что если строишь второе здание терминала, то пассажиры тупят и могут пойти не в то здание и сидеть там. Поэтому второе здание лучше не строить. Ну, одного хватит, на самом деле, можно было его делать таким вот P-образным и окружить полями. То есть вот тут два поля, тут два и вот так еще два. Но, по-моему, это перебор уже будет и извращение. Муравейник и лай. Ну, как-то так. Поэтому, ну, можно еще вот эти подключить. На этом я серию-то заканчиваю. Пишите в комментах, продолжать ли этот аэропорт. Вот, подключение еще полос, может быть, гражданскую авиацию поставить. А в целом я, в общем, настроен ждать обновлений. Изменений что-то по погоде, по таможне, по еще чему-нибудь. По геймплею, короче, изменений. Потому что тут, в общем-то, каталог достигнут. Застраивать всего большого смысла я не вижу. Это в геймплее ничего не изменит. Это будет все равно заполнение от флайтпланера контрактами, то есть таскание мышки туда-сюда, туда-сюда. Это все будет в автомате работать, а в основном я вот буду таскать туда-сюда мышкой в контракте самолета. Это, в общем-то, будет такой вот увлекательный геймплей. Ну что ж, на этом всего хорошего. До новых встреч!